Привет. Привет. Как дела? Нормально. Сильно, да? Вчера надо было, глянь. Ой, прямо как отечность, да, под глаз? Глянь сюда. Вот это ты открыл, душу. Пахнет. Ой, как холодно. А я уже пришла, разделась с работы, говорю. Что ты хочешь? Ну, приложи. Да не надо, Ангелина все сделает. Да? Или ты забрать хочешь масло? Не, новое вот оно. Я хотела еще спасателя. Принесла перекись или капластовый. Вот есть у тебя, нету? Да я не знаю. Ель, приложишь его? На, вон эти перекиси, на. Ну, сейчас Ангелина все. Спасибо. Я думала спасать его. Ну что, самой может мне съездить забрать анализы? А? Да. Во сколько? Часов 10, а? А надо паспорт твой. Чтоб тебе уже хоть завтра не ездить, это пассажиры. А где забирать анализы? Не Лихой. Знаю, не сказал. Ну точно, да, будет готово. Давай паспорт. В паспорте нету, кстати, этой бумажки. Бумажка была, мы когда показывали на приеме у невролога, она была маленькая такая. Кого? Флюорограмма, она. И где она? Ну, нету в паспорте. Она, ее и не было в паспорте. Я говорю, на приеме у невролога. Может, у тебя там папки а черные? А я тебе положу. Мне нигде нету, на сердце не пускали. Если не найдешь, то тогда попроси, зайди, как-то попроси, пусть еще раз распечатают. Она просто смотрела эту, я говорю, вот смотрите, маленькая там флюорограмма. Она такая еще сказала, типа, рентгена нету, эфира нет. Вовка Кособуцкий едет во вторую областную больницу с ногой, с коленом. Когда? Ну, вот она, бумажка есть, вот она. Что там написано? Ну, флюорограмма. А, ну все, вот да. Она. Вот она, на упадке зеленая. Да? года, вот только 29 сентября ты сделал, 21 года. Она и сказала, принесите мне выписку, если найдете вот такой вот дубликат. Тут ее надо в паспорт и положить. А где твой паспорт? Не знаю. Паспорт? Мне самой анализы забрал. Как хочешь. Ну давай, поедем завтра. В рюкзаке, наверное. И говорит это, во вторую областную больницу. Ангелина, ну дай паспорт. 222 кабинет, неврохирурга. 22 декабря. Я говорю, ну, Дженю, если что, говорю, я поеду с вами, говорю, зайти. Они будут Мишку Бугрименкова нанимать и повезет его. Сказал. А я говорю, а нам в 223-м хороший врач был. Они говорят, да. Я говорю, ну да. Говорит, да нам 222. И заберет. И туда, и сюда. Тут тебе уже не мотаться. Съездим, что она не отдаст нам. Ну и все, сумки собирайте. Отец заберет тебе, утром ко мне привезет на Буховку 8. И поедем. Завтра, что ли, что? После чем-то что-то говорить. Ну, завтра собирать. Завтра, да, я буду собирать. Мама взяла тебе кровь, да? Все, тушить свет. Прилаживаю. Завтра прилаживаю, я не помню. Все, что ты видишь, что?
Давай, счастливо. Что сделал? Сейчас я сумочек тебе сейчас. Что, там девочка, да? Так в туалетную бумагу. Так голову не забудьте положить. Поиграть не будем, да? Ты, блядь, пизду вонючий, блядь. Тебе стираешь, а ты все как свинья скидываешь. Вообще-то Луна. Ой, Нюра. Ага. Нюра, блядь, такая, о, вот это сюда, кофта сюда. Ну, она ж там лежала. Угу. Сейчас я потяну тебе за трубку, пизда. Только не сильно, чтобы в глаз не попало. Джейн, да что ты? Да не слушай ты ее, левомиколи так обеззараживает. Зачем ты этим промываешь? Не надо. Я протру, потому что у тебя грязь, жир твой. Это не открытая рана, чтобы ее так промывать. Джейн, у тебя жир тут. Да что ты, я тебя аккуратно протираю. Потому что у тебя сальный жир скапливается, ничего, да? А, ну мы ж дурачки, мы чё? Я вообще бью в селечку, друзья, почему ты здесь? О, а кто это у нас? Ну что, ну, вот, ну,
Что, ты пойдешь или я? Или ты поедешь? Или я мне поеду? Она, короче, едет что-то. Ну да, ты ж хитрый такой был. Да, нет. А тем более, если бы я сказал, тогда точно она будет сейчас тысячу. А ты бы, блядь, просто бы не сказал. Я бы сказала, я сама. Угу. Ну, а ты ж, блядь, ебать, поедешь ты, она узнает, что ты меня взял и отвез, блядь, на остановку. Пиздец, блядь, мимо, когда ехал. Да она не про то. Все, блядь, не пизди. А просто уже не хотела давать, что я буду выпрашивать. А нету другого. А вот это. Видите, я так хотела. Ну что, вкусовые сосочки, вам пизда. Можешь чуть пониже, то у меня... Он тебе не на глаз, Жень. Почему я не вижу? Потому что ресница не дает. Я тебе сейчас заклею, будешь видеть. Не, ну так я понятно, наверное, не вижу, потому что я пухшая. Сейчас встанешь, будешь там себя клеить, понял? Thank you.
Thank you.
Поздравляю. Будь здоров.
Thank you.